Холодает. Что это тут нагородил? Распилили одну трубу. Дно у нас усадили. Сейчас вторую распилю, в середину ставим. Диаметром поменьше, вторая синяя. А, эти, наверное, по краям делаю, эту в середину. Пили вот такой болгаркой. Вдруг не знаю для чего с крошкой с компьютером. Пилит нормально вроде. Так, ты, наверное, держи. Холодно тут у тебя. Так, теперь просверлил я их все трубы. И вот такие шпильки сейчас сделаю. Уже вставил. Сейчас гайками с двух сторон стяну. У меня будет вот такая вот штука. Ну, прикреплю потом. Вот такое крепление. Не знаю, другого ничего не придумал. Сверлил от края сантиметра полтора, думаю, выдержит. Так, трубы притягиваю пока проволокой. Я думаю, этого будет достаточно. Пропускаю вот тут между труб. И шпильку саму уже к раме. Вот здесь вот. Притягиваю саму шпильку, где соединяются трубы. Ну, как бы прочно получается. Нагрузки тут будут давить отсюда. По снегу будешь когда ехать. Я буду корпусом придавливать. А, это проволока, чтобы туда каркас не отпал. Сейчас полностью все протянул. Я думаю, нормально будет.